хочу сказать, что меня зовут Махамбет Табжан. Я выступаю против войны в любом регионе. Я хочу, чтобы не было такого, чтобы вчера в Грузии они открывали войну, сегодня они в Крыму открывают войну, завтра они придут на Байконур, у них уже войска есть, завтра они в Петропавловске своих граждан начнут защищать. Нам не нужна пятая колонна в Казахстане. Я хочу обратиться вот к вам в камеру, полицейскому, который всегда нас снимает. Вы, полиция, должны быть с народом. Вы такие бумажки ваши алановские от вашего прокурора. Я его порвал, можете использовать в туалете. Сегодня, когда Россия действует так, что они могут прийти в Крым, завоевать Крым, завтра они придут в Петропавловск, вы что будете стоять? Нас что ли опять разгонять? В Петропавловске, в Байконуре, в военных полигонах, если они начнут делать войну, свои войска вводить, вы что будете нас задерживать? Если сейчас меня полицейские задержат, я все силы сделаю, кину на то, чтобы этих полицейских как минимум осудили, я не знаю на сколько лет, сколько возможно максимально. Но такие полицейские нам не нужны. Вы определитесь, секретарь, или вы с народом, или вы с полицией, или вы с Российской Федерацией. Все, вот этого прокурора скажите, это позор. Он вошел в историю казахского народа как позор со своими предостережениями. Я сейчас плакат один открою, ребята открывать не будут. Если меня сейчас задержат за одиночный пикет, извините, я буду жаловаться на Казахстан в Организации Объединенных Наций, потому что нам такие полицейские, такие органы прокуратуры не нужны. Все, у меня все, дайте мне плакат, пожалуйста. На казахском языке. Ищи Абхазия, бүгін Қырым, ертен солтүстік Қазақстан. Не, менің плакатым? Подожди, 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 подожди. Жігіттер, ұстастандар сосын ренжімеңдер. Ұстастандар сосын сотта кездесемін, ренжімеңдер. Шо, қолқаш кетеді. Қазақ жер ұластама! Ренжімеңдер, Қырымдан қолынды тарт! Полиция, яд! Полиция халықпен бірге болсын!